So we are quite successful in this. And the third, actually, important third rule for time. Дети, знаете, его вовремя. Вместо того, если вообще не хотим мерить никаких углов, мы можем измерить просто три стороны. Если у нас можно символически нарисовать, что если мы померяем три стороны в треугольнике, и в другом треугольнике такие же самые три стороны, то эти треугольники будут равны, то есть углы тоже будут равны. Но это можно как объяснить, что пусть у нас имеется... That is a kind of intuitive, it's not... You can use it as an axiom somehow, but informal explanation also. So imagine we have two triangles, ABC, and another one with the same sides. Пусть еще есть другой треугольник с такими же сторонами. Давайте их приложим друг к другу прямо вот против, так, чтобы сторона А и АП, ну вот это было бы H и B штрих тоже, а C штрих, чтобы пошел в другую сторону. Теперь, что можно сказать? Вот давайте посмотрим первое. Приложим combine A, B, C, A prime, B prime, B prime, C prime, so that A is equal to A prime, B is equal to B prime, and C and C primes are on different sides of A, B. So let me explain in English, then I will be finished. So we put this triangle on different sides of... So now we look at this thing. We know that this is equal to this. BC is equal to B prime and BC. So if we just rotate this triangle like this, it will go to itself. So just rotate it around this. So that BC prime comes to BC, and the sides are equal, so they go exactly the same. So this angle is equal to this angle. And in the same way, this angle is equal to this angle. We just obtain this triangle ABCC prime, and so the sum of this is equal to this, and we can apply now rule number one. Я пытаюсь объяснить, почему по трем сторонам признак, как можно объяснить. Вот давайте приложим треугольники так, чтобы они были с разных сторон, чтобы C и C штрих было с разных сторон от общей стороны АВ. Поскольку их сторона АВ одинаковая, то они вот так наложатся как раз один на другой. Получится такая картинка. Теперь посмотрим на вот этот треугольник. BCC'. Мы знаем, что у него эта сторона равняется этой. Это называется равномерный треугольник. Чья эта сторона равняется этой. Поэтому если мы повернем его вокруг этой оси, то они наложатся, и наложим его на себя, то как раз стороны наложатся друг на друга. Поэтому треугольник тоже наложится на себя. Поэтому вот этот угол равен вот этому. А поскольку в этом треугольнике две стороны равны, то когда мы его повернем вот так, то он тоже наложится на себя, значит этот угол равен этому углу. Значит и сумма этих двух углов тоже равняется сумме этих двух углов. И мы получаем два треугольника, у которых равны две стороны, и угол между ними. Но я не знаю, убедительно это или нет, но такое есть. So the third rule, if two triangles have the same sides, they are equal.